детей на завтрак манная каша с замороженной клубничкой. Это нам давала бабушка клубнику, мы ее перетерли сахаром. Кушали так, потом осталось у нас немножко, и я вот решила добавить ее детям в кашку. Кто только что проснулся, доброе утро. Кто кушает, приятного вам аппетита. Испекла сегодня вот такую шарлотку в духовке с яблоками и с корицей. Сварила сегодня вот такую большую кастрюлю горохового супа. Вот получился такой густой, вкусненький такой вот. Горох разварился почти полностью такой вот. Сейчас Кирюше положу. Костя в школе. Кирюша кушать хочет. Сейчас Кирилл будет снимать пробу супа. Сварила сегодня детям вот такую кашку. Молочный суп такой с вермишелью. Сейчас будут обедать. Испекла сегодня вот такой пирог на простокваше с черной смородиной. Рецепт довольно простой, делаю уже не первый раз. Простокваша, мне можно кефир, сахар, 2 яйца, мука, ванилин и сода. Все на глаз. Тесто такое примерно как на шарлотку по консистенции получается. Выкладываю на дно формы ягоды, сверху заливаю тесто. У меня ягоды кисоватые были, я когда их выложила в форму, я их еще присыпала немного сахаром, чтобы было послаще. Такой вот пирог, сейчас немного остынет, и буду его вынимать из формы. Всем приятного аппетита!